Да. Директор Мариупольского городского центра знаний, еще премию рекламу. Вот. Если вас интересует, что сегодня здесь происходит, сегодня происходит здесь мероприятие в рамках всей Донецкой области. Вот сегодня Донецкий областной центр занятости проводит единый по всей области ярмарку вакансий. Сегодня приглашены сюда работодатели, их 30, они заявили более 300 вакансий для наших безработных, и вот таким образом, приблизив контакт здесь, в Дворце культуры и молодежи, мы даем возможность нашим безработным встретиться с работодателями, чтобы они нашли себе работу, для того, чтобы они, возможно, спланировали себе на будущую работу. И мы рассказываем о тех услугах, которые можем предоставить как центр занятости, так и работодателю для наших безработных, чтобы решился свой вопрос. Скажите, пожалуйста, а какое количественное число безработных сейчас вот в Мариуполе нуждаются в обеспечении работы? Сегодня состоит на учете 4,5 тысячи безработных. Если они пришли сюда к нам, значит, они нуждаются в работе. Настал страховой случай, и мы способствуем тому, чтобы найти им работу. Есть примерная статистика в месяц, в среднем, сколько людей удается устроить на работу? Ну, могу сказать, что с начала года мы более 2000 человек трудоустроили. Не мы трудоустроили, а с нашей помощью нашего работодателя нашли этих людей, и наши безработные, наши